Численность населения города Ачинска на 1 января 2021 года составляет 106 113 человек. Снижение численности населения за 2020 год составило 685 человек. Снижение численности населения города за 2020 год связано с естественной убылью населения, обусловленной снижением рождаемости и увеличением смертности населения к 2019 году. За 2020 год родилось 978 детей. Коэффициент рождаемости составил 9,2 человека на 1000 человек населения. А снижение рождаемости к 2019 году 81 человек. Общая смертность за 2020 год составляет 1740 человек. Отмечается прирост смертности к 2019 году на 303 человека. Положительное влияние на демографические показатели города Ачинска оказал миграционный прирост населения за 2020 год. Он составил 77 человек. Число прибывших за 2020 год 3500 человек, число выбывших 3,4 тысячи человек. За первое полугодие 2021 года отмечается естественная убыль населения 392 человека и миграционное снижение 135 человек, в результате чего численность населения города снизилась на 527 человек и составила по состоянию на 1 июля 2021 года 105 586 человек. Численность постоянного населения в трудоспособном возрасте на 1 января 2021 года составляет 60 722 человека. На 1 января 2020 года составляло 60 430 человек. Увеличение численности и удельного веса группы за 2020 год отмечается в связи с увеличением трудоспособного периода граждан. Данный фактор повлиял на снижение численности населения старше трудоспособного возраста. По состоянию на 1 января 2021 года численность населения старше трудоспособного возраста составила 23 779 человек. Доля населения в возрасте старше трудоспособного в общей численности населения 22,4%. Численность населения моложе трудоспособного возраста на 1 января 2021 года составляет 21 612 человек. Удельный вес группы сохраняется на уровне 2020 года. Хочу отметить, что гендерный состав населения в возрасте моложе трудоспособного и трудоспособного возрастов ровный, и мужское и женское население у нас составляет на 50%. Диспропорция начинается в возрасте старше трудоспособного возраста. Там у нас возрастает количество женщин до 55%, доля мужчин снижается до 44%.